все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом. Депутаты там будут участвовать, они избираются народом. Сенаторы по другой системе, но избираются народом. Члены правительства там присутствуют. Их назначает президент, но он тоже избирается народом. Ну и вообще, давайте так говорить, если не будет вот этих профессионалов, губернаторов, правительства, президента в работе ВНС, это превратится в говорильню. Они должны принимать участие, обсуждать законопроекты, но все решения там будут приниматься голосованием. А голосовать будут не только депутаты, там будут представители, как мы полагаем, нашего гражданского общества. И профсоюзов, и ветеранов, женские, молодежные организации. А это что? Это не народ? Это народ. У нас больше половины женщин. Они через свою организацию изберут и направят туда делегатов. И эти женщины члены какого-то трудового коллектива. Так же? Да, трудовой коллектив мы оставили им право выдвигать свои кандидаты в депутаты, Александр Григорьевич. Да, совершенно верно. Но там и партии не видно. Почему? Потому что партии будут участвовать и выдвигать своих кандидатов в депутаты, палату представителей. То есть спектр этот существует. Ну и потом людям надо понимать, их будут к этому подталкивать. Вот, какое это ВНС, там же нет рабочих и крестьян. И рабочие, и крестьяне будут. Как мы организуем этот процесс, так и будет. Но то, что я гарантирую, что там будут и рабочие, и крестьяне, и учителя, и врачи, и чиновники, и государственные служащие, и военные, это 100%.